Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в битву замков. Так, зайдем сюда. Торговец вернулся и сообщает, что с вашей помощью многие люди заключили с ним долгосрочные договоры на поставку товаров в обмен на инструменты, повозки и другие полезные вещи. В знак своей признательности он предлагает огромный мешок ценностей. Когда торговец уходит, вы обнаруживаете на дне мешка записку. Грядет час. Вы комкаете бумагу и бросаете ее в камин. Грядет час. Это он меня напугать, что ли, решил? Или в чем проблема вообще? А? Так, саламандровые бобы. Полезная пшеница. Так, сбор налогов. Я даже не знаю. Так, прибыль. Давай примем здесь и, наверное... Так, подожди, я же одного человека все задействовал. Ага, здесь можно еще, да? Прибыль 30. Все. Так, лавка нам не нужна. Замок. Ну, тут, по-моему, все ясно, что у нас тут стоит. Так, сколько нам нужно, интересно, с тобой получить... Блин, где мне вот на местонахождение Бьянки? Где мне эти карты найти? Я одну нашел, чисто случайно, и все, больше, ребята, нету. Ладно, смотрите. Как я буду, надеюсь, тут выдавать люлей противникам. Что-то громко-то. Ну, шикарно. Так, вот это, пожалуйста, уничтожьте. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у него остаются, ребята. Е. Так, тут мы уничтожили. А не слишком ли много вояк ты вызвал, а, парень? Да куда вы стреляете по моим-то? Вы что, идиоты, что ли, а? Вы идиоты или что? Объясните мне. Зашибись, по моим же, ребята, бомбят. Ну давай, давай, давай. Давайте сразу же, чтобы король отдуплился. Бейте уже, блин, по замку. Да... Так. Все, победа, победа, ребят. Шикарно. Так, ну что, новая битва у нас. 7-го уровня дали чувачка, а? Ну, здесь, наверное, нам вообще будет, ребята, элементарно его... Погоди, элементарно. Ты бич! Отрикошетил он называется. Твою налево, мою супер, ребята, пушку бомбанули, прикинь. Слушай, а у него неплохая тактика. Неплохая тактика, я тебе скажу. Что вы делаете? Что вы делаете? Так, нам нужно подбить вот эту вот. Есть. Все, друзья мои. А он лукарей вызвал, прикинь. Ё-моё, только не в меня. Да, конечно, не в меня. Смотри, мы что от замка оставили? Руины. Просто, друзья, руины там остались. Так, опять 7-й уровень нам дают. Нас недооценивают. Так, у него две баллисты. Одна, причем с огненным. Ого. А что это за снаряды такие? Смотри, смотри. Ты дичь. Ну все, тут ему кранты, по-моему. Так, мои лучнички, давайте, давайте, родные мои. Пу-бух. По-моему, тут победа безоговорочная, ребят. Так, сколько я получил сундуков? Я могу купить себе сундук или нет? Можно мне как-то глянуть? Так, это закроем сундук. Ну, я коплю, ребята, вот именно на вот эти вот сундуки за 200, так скажем. Которые за соточку, для меня они уже какие-то слабенькие. Так, а почему нам все время дают 7-й уровень? Так, смотри, 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 у него тут замок как-то наладом дышит, если честно. Ёк-макарёк. Вот это вот надо еще подбить. Вот только... Ты серьезно? И она еще стоит, стреляет, прикинь? Она еще стоит и бомбит. По моим солдатам. Как? Все, по-моему, она достреляла. Сейчас мы ее уничтожим. Но я тебе, знаешь, что скажу? Вот, что мы тут проигрываем именно по армии. Ты спросишь, как? А я тебе отвечу. Смотри, что на меня двигается. Смотри.
внимательно. И, соответственно, сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут только лишь одно, ребята. Успевать пробить, но я сомневаюсь, что... Да куда ты, ну, господи, ну... Сколько тут у них? Блин, а он там хорошо, ребята, защитил-то, смотри. Король у нас находится вот здесь. То есть тут, как говорится, кто быстрее? У меня вообще никого нету, да, больше? Блин, нас пробили быстрее, ребята. Нам не хватило буквально вот одного выстрела. Ладно. Это 7-го уровня нас смогли подбить. Ты посмотри. Вот нафига вот лучники сразу выходят? Я вот этого не могу никак понять. Зачем они сразу выбегают в атаку? Причем у него где-то баллиста тут стоит. Вон она. А слушай, а что это такое? Ты бич. Так. Слушай, ну все, ребят, тут, по-моему... Ёк-макрёк. А что это за такие валуны? Да, победа за нами. Потому что мы уничтожили логово короля. Вот эти вот синие постройки, они то ли отражают удары, то ли еще что-то. Не могу пока понять. Ой, как же я ненавижу, ребят, когда вот так вот происходит все. Видишь, по разным этим уровням стоят. Внизу, наверху. И у него довольно офигенно бомбят баллисты. Ты посмотри. Есть. Так, одну баллисту мы уничтожили. Это вся наша армия, что осталась, что ли? Я не понял. Посмотри, что происходит. У меня баллиста съехала. С этой. Она съехала. Подбили, короче, ребята, установку, да, эту площадку, где баллиста стояла. И она просто съехала. Первый раз такое вижу. Обычно, если подбивает, то и подбивает, соответственно, и баллисту. Ой-ой-ой, а вот тут уже 11 уровень. Ну! Фух. Так. Трындец, походу, дела. Вот эту надо подбить. Да куда же ты, блин? Слушай, мы все, мы с тобой... У нас только осталось, ребята, баллиста. Победа. Три раза подряд. Это 11 уровня мы с тобой разнесли. Так, 7 опять левел дается. Почему, ребята, я ничего не меняю? Потому что, в принципе, менять ничего и не надо. Пока у нас больше побед. Больше побед. Ёпарасы, ты посмотри, посмотри. У него баллиста здесь, да? А у нас... У нас только две катапульты. У нас одна катапульта. У нас нет катапульт. И ты знаешь, что это означает? Когда у нас нет катапульт. Почему такое везение? Объясни мне, а? Почему такое везение? Да, тут еще и лучников целая орда. Ну, надо было когда-то и проиграть. Так, опять 7 уровень. Блин, я не понимаю, у них что, фанатизм какой-то вот эти вышки ставить так высоко? А, то, что я типа до короля не могу добраться, да? Так быстро. В принципе, в этом есть логика. Но деревяшки, ты видишь, не особо хорошо ему заходят. Подожди, а мы вообще будем бомбить? Воу-воу-воу-воу. Так, он вызывает армию. Он вызывает, друзья мои, армию. А вот это интересно, зачем он сделал пушку вовнутрь? Так, а мне стрелять-то больше нечем. Друзья, мы все, мы дострелялись с вами. А у него-то еще есть. У него две даже, у него пушка здесь стоит. А где моя армия? Почему армия моя не выходит? Во, пошли, 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 родные мои. Так, подожди, это обычные голодранцы. А где мои, извини меня, копейщики? Мои копейщики что, все что ли, отыграли уже здесь? Не пойму нифига. Не пойму.
Мне нужен сундук. Я хочу просто уже что-то улучшить себе, ребят. Все куда-то в... А, вот они. Вот их, наверное... Их надо ставить все-таки в конце, ребят, чтобы они выходили. То, что не выходят в самом начале, они их просто разносят. Их больше разносят даже мои же валуны, вот эти вот, которые летят. Ну вот нафига это надо было делать, а? Ну ты будешь бомбить, а? Все, мы его тоже оставили, ребята, без армии. Лучнички. Баллиста. Так, баллиста их уничтожила. Все, победа. Так, ну что, посмотрим теперь про сундук. Я думаю, что уже, наверное, накопили мы все-таки с тобой на него. Заслужили, да, есть такое дело. Ребята, и открываем. Катапульта, магический щит и казармы. Что значит казармы? Что это за казармы такие? Я возьму это и все. Блин, я что, сундуки за 100 открывать стал? Да ёпрасоте, блин. Смотри, почему-то этот сундук стоит 250. А как мне увеличить уровень? Так, что тут у нас? Магический щит. Магический щит. Наверное, надо взять его. Принять награды. Почему именно магический щит, ребята? Ну, он будет защищать нас от валунов. Только вот куда бы его поставить? Сейчас посмотрим. Так, комнаты. Магический щит. Можем поставить вот сюда. Так, что у нас еще с тобой есть? Есть лучники. Но почему-то предел. А почему предел? И даже пехоту не могу поставить. О, нет, пехота мне не нужна. Хм. А есть хотя бы комната? Стоп. Деревянная, да? Зодчество, ё-моё. Так, подожди-ка. Мы же их можем объединить, насколько я помню, да? Как это там делается-то? А, нет, ребят, не могу, к сожалению. У нас с тобой 850 энергии. Тут написано, сколько энергии тратится на постройку той или иной комнаты. Украшений у меня еще нету. Призыв войскам. Атаковать всех. Глухая оборона. Пускай лучше в глухой обороне, да, наверное, стоят? Глухая оборона. Это, наверное, с уровнем. Когда уровень получаешь, тогда, ребята, у нас открывается, ну, дополнительная энергия будет. Так, пушка. Может быть, эту баллисту заменить? Ага, не получится, ребята. Эта пушка 60 стоит. Все, я больше ничего не могу сделать. Ладно, по крайней мере, у нас с тобой есть теперь еще один магический щит. Смотрим, когда уровень-то получим, а? Ого, смотри, какая у него тут странная постройка. Или это не тот щит? Я что-то не могу понять. Этот щит срабатывает, а этот-то почему не действует? В чем проблема-то? Я не пойму, ребята, нафига мне тогда вот этот щит, если он ни хрена не работает? А, вот. Вот. Он срабатывает только в том случае, если по тебе летит снарядик. Только в этом случае он будет работать. Ты понимаешь?
Ну давай, уничтожь мне, блин, катапульту. Ой. И сейчас разнесут. Ну и мы тоже ему разнесем. Все, ребят. Поражение. Знаешь, почему поражение? Потому что у него остались лучники, а у меня никого не осталось. Глухая оборона называется, блин. Так, 9-й левел пошел против меня. У меня вообще самый маленький замок. Я посмотрю, вот если сравнить со всеми остальными. Самый такой никудышный. Самый, блин, малюсенький из всех. Вот с кем мы тут с собой сталкивались. Самый малюсенький из всех. Баллиста это... Ну и вот нафига вот они сейчас пошли в бой. Ну, вот зачем вы побежали в бой? Сейчас он будет ставить щиты. Эти все снаряды полетят в моих вояк. Наверное. Да? На это что ли был расчет сделан? А что это у него, смотри, за комната такая вон интересная. Смотри, прямиком в мою катапульту. Нет. Прикрылись мы. Но тут победа. Так, мы двигаемся с тобой дальше. Хочу уровень получить. Так, смотри, может быть тоже так сделать? Низинки возвышенности, а? Что скажешь? Ты видишь, просто посносили все. Ну, да ё-моё, пушку мне снесли. Так, у него остался одна катапульта, и в нее прям... Нет, не в нее. Вот эту нужно подбить. Ты бич. По-моему, тут победа будет за нами сейчас. Все, рухнула у него постройка, где король сидел. 28 сундуков, опыт. Ребята, скоро, скоро, уже скоро 9-й уровень. 58 сундуков из 200. А вот с энергией у нас проблема. Хлебушек заканчивается, как ты видишь. А без хлебушка что мы сделаем? Да ничего. Наш народ не будет воевать без хлеба. Ага. Воу. Вот это хорошо, вот это фартануло. На тебе, еще получи. Блин, нам тут тоже досталось не кисло. Их. А, ладно. Не надо. Фу. Так, смотри. Три бушеты. Ты бич. Так, пошли мои теперь вояки. Ё-моё, три бушеты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это вот тебе, гадёныш, фартануло. Вот это у меня, ребята, всего лишь... Фу, повезло-то как. Да чтоб тебе, ты... Смотри, что происходит. Один, ребята, вышел. Один вышел. Вот это как называется, ребят? Это называется победа. Это называется победа. Так, 86 сундуков. И с энергией вообще, ребята, плохо все. Два хлеба осталось. Ага. Опять каменные постройки, да, опять все эти прочие делишки. А у него, смотри, у него сразу, ребята, два щита срабатывает. Так, минус трибушет. Мы ему разнесли сейчас только что. И да. И еще эту. Нет. В эту мы не попали. Блин, ты посмотри. Так, у него осталась одна баллиста. Все, мы ее разнесли. Лучники, ребята, выходят. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Так, минус лукари. И, слушай, подожди, а почему я не видел у себя вот этих вот? Да ну ты какого фига ты делаешь, ты придурок, ты зачем? Если вы стреляете, так вы стреляете нормально, господи. Че, сейчас давай, давай еще баллисту свою же бомбани. Для полного счастья. И будет все замечательно. Так. А, у меня еще лучники, оказывается, остались. Вон они, копеечки. Это называется, ребята, глухая защита. Ты понял, что значит глухая защита? Так, смотри, 0-0. Ребята, я не знаю, хватит ли у нас хлеба. Слушай, мы без хлеба видим, нифига это вот. 11 уровень, это смотри, кто тут у нас. У него тут клинья, все дела, прикинь. Так, что у него по...
Я вижу пушка. Я вижу катапульта. Я вижу тут мощную, блин, армию, ребята, у него, которая выходит. Очень жесткая армия, да посмотри. Так, и что же... А, у меня нет уже, оказывается. Блин, ну молодец, ты еще давай. А мои-то будут выходить сегодня или нет? Выходят лучники зачем-то. Хорошо, пускай будут лучники. А рыцари-то выйдут или нет сегодня? Вроде вышли, да? Слушай, победа тут за нами. Да, глухая защита все-таки лучше, чем идти на пролом во время битвы. Да, друзья мои, наконец-то, наконец-то я получаю 9 уровень. Сокровище плюс лунный камень, аж 30 штук. С удовольствием это все принимаю. Так, и... Будем сундук за соточку открывать или за 200 лучше возьмем? А? Я не понимаю, тут нарисовано 200. Но он стоит 250. Как-то нелогично. А что за лавка? Серьезно, кто-то менял на аватарку? Кто-то тратил вот это... А, вот оно что. А что дают украшения? Просто украшения, все? Можно взять 49 голдишки. Хм. Так, ну вообще не это, ладно. Где же... Давай откроем с собой сундук. Ой, 700. Открывай давай. Сундук мне. Так, дерево воинов. Казармы. Казармы. Дерево воинов. Казармы давай возьмем. Так, и можно еще взять... Вот так вот, принять. Забираем награды. Все, сейчас у нас с тобой должно быть... Так, царство. Строить. А что мы можем построить с тобой, кстати? У нас 266 монет. Хутор используется. Кузня. Тоже есть, да, получается? Поле. Подожди. Хутор увеличивается в размерах. Место для ценности увеличивается в размерах. 42 голды. Принять. А, это используй, ребята, если когда он приносит доход, ты не можешь ничего здесь сделать. Отправьте работников на поиски приключений. Место, которое как магнитом притягивает к себе любителей приключений. Отправил. Так, кузня у нас, понятно, открывается в слиянии. И все пока. Пока все, друзья мои. Так, в замке, естественно, у нас 950. Это мы с тобой скрещиваем. Блин, нет, не получится. Вот это скрестить можно. Но ведь три штуки. А, вот оно, слияние. Тут написано слияние. И что мы получим? 100 это такое? Королевское дерево с чрезвычайной твердой древесиной. Гарантирует защиту от снарядов и неплохо подходит для занятий боевыми искусствами. Угу. Сюда что ли поставить? Нет, ребята, лучше сюда железное поставить. Знаешь, мне деревяха нужна это. Это можно сюда вот поставить. А уже на нее поставить катапульту. Или даже пушку. Нет, лучше катапульту. Как-то так. Хотелось бы, конечно, еще что-нибудь влепить, друзья мои. Зачаровывают стоящие над комнатой орудия, тем самым позволяя ему пробивать щиты. А, он щиты пробивает. Вот оно что. Так, пехота. Можно сюда поставить? Не-не-не-не-не-не-не. Давай лучше мы поставим... А, лучников... Подожди. Да бери эту пехоту. Лучников могу?
Во. Хотя, на самом деле, лучше копейщиков, конечно, влепить. Ну да ладно. Ну что, давай с тобой, наверное, еще один поединок на дорожечку сыграем. Все-таки мы уже теперь официально 9 уровня. А нам дают 10. Смотри, как хитро сделал. Серьезно? Ты сейчас серьезно, блин? Ну, сам, ребята, ползамка сам себе разрушил, короче, он. Эх, в пушку. Все, тут кранты. А, нет, 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 у него уже армия есть, конечно же. Так, нам нужно вот это вот разнести, и все будет отлично. Я еще не уверен, что у него здесь кто-то доживет, кстати. До нашего замка дойдет. Ты посмотри, что происходит. Ты бич. У меня глухая защита, не забывай. Все, победа. Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.